4 дорожно-транспортных происшествия зарегистрированы в Кустанайской области за 3 дня. В них пострадали 3 человека. В Кустанае был совершен наезд автомобиля на пешехода, и теперь пострадавшая женщина находится на лечении в больнице с множественными травмами. По улице Хакимжанова 61-летний пешеход, проходя дорогу в неположенном месте, попал в дорожно-транспортное происшествие. Пешеход находится в больнице. Говорит о том, что зачастую бывают виновниками дорожно-транспортных происшествий пешеходы, которые беспечно переходят дорогу в неположенном месте. Как показывает статистика, в этом году за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечено к ответственности около 1000 водителей. А пешеходов, в общем, за нарушение правил дорожного движения привлекли 7000. Особенно много нарушений выявляется в выходные дни. Не стали исключением и последние. Было усилено патрулирование, выпущены дополнительные автопатрули. Также патрули были приближены к увеселительным заведениям. Кроме того, были выпущены дополнительные пешие патрулирования. За выходные дни сотрудниками полиции было выявлено более 800 нарушений правил дорожного движения. В том числе было выявлено 15 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще один пьяный водитель понесет уже уголовное наказание за такой поступок. Ранее он был лишен прав за такое же деяние и вновь сел за руль в состоянии опьянения. Сейчас полиция еще опасается осложнения дорожной ситуации в связи с ухудшением погодных условий. Дожди, туман, ветер, ухудшается видимость при движении. В этой связи пешеходам при переходе дорожного полотна необходимо убедиться в том, что транспортное средство пропускает вас. И водители департамента полиции области призывают на дороге не забывать про бдительность, особенно в темное время суток. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН.